Что-то далекое исчезает в туманной дымке. Где-то там должны быть мои воспоминания, но я даже не успеваю понять, как они исчезают. С каждой попыткой вспомнить, они исчезают, словно убегают, все дальше и дальше. Например, воспоминания о ребенке, с которым однажды играл, с которым учились в одном классе, и с которым играли после школы. Мы идем по жизни, собирая эти воспоминания. Эти невероятные моменты блекнут все сильнее изо дня в день. А затем, в один момент, исчезают, словно их и не было. Какие же воспоминания нужны людям, чтобы продолжать жить? С этими тысячами дней, что мы уже прожили, и этими десятками тысяч, что нам уготовано, мы чувствуем. И мы забываем. Если бы мне сказали, что я просто собрание таких вот блеклых воспоминаний, не думаю, что я смогла бы это выдержать. Вот почему, чтобы продолжать быть собой, и чтобы жить дальше, я скажу. Будешь ли ты? Anistar.ru представляет «За гранью» фильм. И я буду здесь. Будущее. Шиба. Далеко-далеко жил старик со старухой. Старик отправился в гору траву накосить. Постой, что? Зачем ему траву косить? Наверное, это его работа. Он живет на то, что продает скошенную траву. Он садовник. Может, он собирает сено для скота? Что значит, эти двое живут и работают на ферме? Возможно. Жена старика постирала одежду в реке. Постой, что теперь? Почему она пошла на реку, а не в прачечную? Ну, это ее работа. Это странно. Мы же только что решили, что они работают на ферме. Не думаю, что все так решили, но послушай. В данном случае имеется в виду работа по дому. Так она домохозяйка. Ну, наверное. Умри. С чего бы? Ущемление прав женщин. К тому же, устаревший взгляд на обязанности женщины в семье. Но ничего не поделаешь. Сама же история старая. Она стирала вещи в речке. Я бы так не была уверена. Например, это может быть мир спустя 3 миллиона лет после войны, разделившую Вселенную. Это может быть история про планету типа Земля, где были утрачены все технологии. Это уже слишком. В любом случае, можно назвать это хорошим приветствием. Это было приветствие! Я начала этот разговор ради тебя же. Ты же у нас мальчик-стесняшка, который даже не может сказать «доброе утро». Ты должен быть мне благодарен. Кого-то здесь точно понесло.
Прошло уже несколько месяцев. За гранью вернулась в меня. И мир вернулся к своей обычной форме. Даже Курияма вернулась. Мицуки осталась в клубе литературы и продолжила свои исследования со скоростью улитки. Аяка и Ай продолжили противостоять Йому в фотостудии. Нина продолжает бросать парни. И поэтому она еще энергичнее сражается с Йому, дабы выместить свой гнев. И Хироими, закончивший школу, поднял хозяйство Насе после исчезновения Изуми. Мы все думали, что все вернулось в норму, но внутри нас что-то менялось. Итак, если бы я могла остановиться, то остановилась бы давным-давно. Почему вы так добры ко мне, сэмпай? Итак, кто ты? Я не знаю, было ли это последним действием за гранью, или же это было необходимо, чтобы Курияма продолжила жить. Но так или иначе, воспоминания Курияма Мирай были очищены. Воспоминания о том, что она член клана проклятой крови, и что она сражалась за гранью. И даже время, которое мы провели вместе. Какие-нибудь изменения? Не, мой рост, вес и давление в норме. Я не про тебя. Курияма. Она не изменилась. К счастью. Ясно. Стоит ли за такое радоваться? Мирай. И Нами. Сакура в порядке. А, прости. Чем занималась? Это коллекция вещей, которые я считаю красивыми. Бон? Старый. Я не хочу забывать. Я больше не хочу ничего забывать. Вот почему я собираю и храню их. Но даже если я снова их забуду, они останутся такими же. Что это? А, это... Что? Нет, что? Это... Хорошо, я расскажу. И что это? Это... Я считаю это очень красивым. Я подумала, что было бы круто сходить в такое место с кем-то очень важным для меня. Мирай! Мирай! Сакура! Что я здесь делаю? Потому что Сакура... Я подумала, что тебе понравится теннис. Я ценю вашу доброту, но это не по мне. Хорошо, давайте дальше. Да. Начинаем. Лови. Отлично отбила. Крутотень. Да ладно вам, я просто очень стараюсь. Мне тоже придется проделать это. Я подаю. Лови. Да. Ты справишься. Ничего подобного. На этом заканчивается тренировка нашего клуба. Будем ждать вас снова.
Да. Где ты до этого играла в теннис? Что? Я даже не уверена. Как они насели на нее? За ними, Мирай. Теннис мне не подходит. Кроме того, я не хочу вступать в клуб тенниса на втором году. Тогда в какой клуб ты хочешь вступить? Ну, не совсем хочу, но... Связанный с искусством. Клуб драмы, научно-популярный клуб, клуб обсуждений. И еще клуб литературы. Нет такого клуба. Есть! Я видела его! Почему клуб литературы? Ты же не особо любишь книги читать. Просто там так тихо. И я подумывала начать читать книжки. А на самом деле... Это правда! Камбара здесь совсем ни при чем! Я пойду попью воды. Ай! Я же говорила. Камбара Акихита просто случайный извращенец. Я же сказала, он ни при чем. Он тот еще хика. И в твоем списке парней из класса, с которыми ты хочешь встречаться, он на последнем месте. Зачем ты говоришь мне такое? Ты не должна приближаться к нему. Но он первый, кого я тогда увидела. Это был сэмпай. Говорю же! Но... Мирай! 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 Такое странное чувство в голове. Это любовь? Нет. Почему он был в такое время? И почему он плакал? После того я спрашивала его об этом. Не знаю. Я уже не помню. Это все? И после этих слов он развернулся ко мне спиной. И потом избегал меня. Вон там. Снова? Да. Пострадали несколько воинов с духами. Еще не поздно. Похоже, не было никакого смысла искать. Мы сами оказались целями. И? Это Йому или просто куклы? Мы еще не уверены. Ясно. Тогда Аяки лучше за них побольше заплатить. Что? Я даже не могу навредить им. Похоже, нам не справиться со всеми. Это уже пятый инцидент на неделе. Если они не Йомы, не куклы, тогда что они такое? Эй! Я пойду за ними. Нина, свяжись с моими людьми. Не делай ничего глупого. И что будешь делать со вступлением в клуб? Но мне еще нужно думать и о работе.
Я что-нибудь придумаю. В конце концов, мы друзья с самого детства. С самого детства. Прости, может, мы и подруги, но я ничего не помню. Не волнуйся об этом. Мы можем начать быть подругами с самого начала. Да. Инами! Что такое? Что это такое? Пранк? Нет. Со мной. Куда мы бежим, Инами? Просто беги. Кто ты? Мирай, беги. Но, Инами, быстрее! Одинокая душа. Ты хочешь узнать, кто ты? Кто... Према! Сэмпай! Большое спасибо! Так вот где они. Инами! Не переживай, она просто без сознания. Дом Насы? Ты очень быстро. Мирай, с такой легкостью сломал мою клетку. Меня больше интересует, что у тебя за прикид. Тебе нравится? Я заказал его, чтобы быть похожим на тебя. Неужели у меня вот такой вкус? Нам стоит сконцентрироваться на этом мужчине. О, Мицуки, ты такая симпатичная. Твой уровень привлекательности младшей сестренки поднялся еще выше. Разве вы не каждый день видитесь? Нет, с последней нашей встречи прошло 2 недели. Думаю, в больших домах такое часто случается. А мне кажется, она тебя просто избегает. Курияма. Да. Этот человек тебе что-нибудь говорил? Он спросил меня, хочу ли я узнать, кем я была. Можете рассказать мне? Рассказать что? О том, кто я? Вы ведь знаете, верно? Вы все знаете, кто... Кто я и чем я занималась? Кто вы, сэмпай? Вы ведь все знаете, кто я? У нас общее прошлое. А еще... Курияма. Я ведь уже говорил, разве нет? Я просто проходил рядом, когда ты очнулась. Но... Почему ты плакал? Почему ты заплакал, когда увидел меня? Сэмпай! Ладно, я расскажу тебе. Дело в том, что у Аки есть фетиш на очки. Это опасный человек, который пойдет за любой симпатичной девочкой, независимо от того, кто она, и заставит надеть очки. И случайно тебя встретив, он попросил тебя одеть очки. Но когда ты отказалась, он испытал шок, упал на землю и начал плакать. Это правда?
Это и есть правда. Да. Поняла. Возможно, ты думаешь, что это судьба? Потому что Акихито был первым, кого ты увидела. Простите. Спасибо вам за все. Постой, Мирай! Я не должен тебе этого говорить, но есть шанс того, что в ней течет проклятая кровь. Есть шанс, что кровь может вернуть ей память. И что ты собираешься делать, если это произойдет? Эти ложные воспоминания, им нельзя верить. Вот что я скажу ей. И ты собираешься ее так обманывать? Да. А это правда хорошо? Продолжать обманывать ее, не дать воспоминаниям вернуться. Есть шанс, что она все это забудет. Она может оставить свою судьбу позади и жить как обычный человек. Ей очень повезло. Аки. Курияма сама так сказала. Ты уверен, что хочешь решать за нее? Я все понимаю. Ничего ты не понимаешь! Если бы понимал, то сделал все правильно. Так врать мне в лицо. Почему вы меня так сильно избегаете? Раз, два. Раз, два. Не может быть. Что? Я порезалась. Ясно. Курияма Мирай, второй год. Сегодня я присоединилась к литературному клубу. Буду рада работать с вами. А еще мне дали пост вице-президента. Готова приступить к выполнению обязанностей. Помедленнее. Ого, вы выращиваете деревья бонсай. Здорово. Они такие миленькие и скромненькие. А кто их выращивает? Я смотрю, за ними много ухаживают. Ваша заявка в клуб еще не одобрена. Но Наса спросил, хочу ли я вступить в клуб. Мицуки. Ранние пташки уже на месте. И что ты делаешь? Мы ведь согласились не повторять обстановку, в которой она жила раньше, чтобы она ничего не вспоминала. Все изменилось. Или ты забыл, что вчера случилось? Тот парень в капюшоне. Да. Он стал проблемой. Он использует существ, что не Йому и не куклы. И он охотится на воинов потустороннего мира. А учитывая то, что он сказал вчера, очевидно, что он многое знает о Курияме. Значит, ты хочешь взять ее под нашу защиту? В общем-то, да. Но если мы это сделаем, то придется рассказать ей правду. Я попросила брата постараться этого избежать. Просто будем с ней в одном клубе. Однако, ты серьезно намерен продолжать эту ложь? Ты уверен в этом? А что мне делать?
Я сказала что-то, чего не должна была. Нет, он просто глупый. Что-то не так? Все хорошо. Просто... Я, наконец, смогла успокоиться. Простите за ожидание. Ваша американо. И? Как там дела? Ничего не изменилось. Личности не установлено. Ну... Судя по тому, что мы знаем о войнах потустороннего мира, они не похожи на кукол. Некоторые из побежденных воинов были А-ранга. Тот, кто за всем этим стоит, очень силен. Обычные куклы не смогли бы одолеть этих воинов. Хотите сказать это Йому? Я скорее хочу спросить, не считаете ли вы их методы слишком легкомысленными? Они появляются группами и нападают на воинов потустороннего мира. Были бы это Йому, они бы нападали осторожнее. Получается, мы не можем откинуть никакой вариант. Пожалуй. Нам придется выжидать и изучить их получше. У вас правда есть на это время? Я часто слышу от людей, что вы ведете себя очень безрассудно. Ребенок из глубин, который пытается взять эти земли под контроль. Ая, я просто говорю правду. Мы, Йома, заключили с вами союз лишь потому, что он интересен нам обоим. И если он разрушится... Я понимаю. Хироми! Прости! Я думаю, Ая просто многого от тебя ожидает. И поэтому она вам это сказала. Прости, что заставил волноваться. Это не так! Нам это нравится. Быть тут, нам с Аей тут очень нравится. И мы хотим, чтобы ты защитил то, что у нас есть. Спасибо. Пожалуйста. Ты собрался лежать здесь, пока в клубе кипит жизнь? Я не смогу. Я пыталась сделать все, что ты просил, но это не помогает. Ты все еще где-то внутри Мирай. Ты не исчез. Она права. Ко мне подходила Курияма. Можно тебя кое о чем спросить? О чем? А какие... Какие у вас с Канбарой отношения? И что ты ответила? Я сказала, что она оскорбила меня, поставив мое и твое имя в одно предложение. В любом случае, тебе не обязательно говорить ей правду. Но ты также можешь оставить все на своих местах. Вперед! Куда? Обсудить друг с другом. Я и вправду не мешаюсь. Нет, это место не такое дорогое. Так что не волнуйся. Но почему именно оно? Первое, что попалось в глаза, не нравится? Да не то чтобы... Я подумала о Рамине или Кидонии, и также подумала, что это было бы неподходящим. Ты до сих пор где-то умирай внутри. Ты не исчез. Пожалуйста, угощайтесь. Заказала еще больше! Спасибо большое. Ты уже все? Все? Что-то многовато, но я не пыталась есть столько много, сколько ты мог оплатить. Что с тобой? Я просто рада.
Я думала, ты на меня разозлишься. Конечно же нет. Я же угощаю милую девушку в очках из класса. Тебе нравятся очки? Конечно, нравятся. Очки же подчеркивают личность. А еще я принес парочку очков, которые бы подошли тебе. Где они? Где же? Где? Раз ты уж носишь очки, я думаю, эти тебе подойдут. Как неприятно! Я сказала, неприятно. Да. Простите, немного странно, да? Сказав вот такие вот слова, не подумав. Все нормально. Не странно. Я дома. Кто-то вломился? Откуда весь этот шум? Что это все значит? Эй! Что происходит? Все такие взволнованные? Нет. Хироми как бы... Без сомнения, кто-то был. Найти любой ценой. Какой статус у северного отряда? Мы вроде слышали о них недавно. Чего они медлят? Связаться немедленно. Будь уверен, ребенок еще тот талант. Что-то все хотят контролировать эту площадь. Видел? Ты... Литературный клуб выделял только работы Шибахиме? Да. Но мы уже как несколько лет даем, и поэтому придется пока переждать. А вы с Наса-сэмпаем... Нет же. Ты чего? Думаешь, все слухи Мицуки обо мне, правда? Ах, да. Сложно было бы представить, даже если что-нибудь подобное случилось бы. Вот как? Да. Что-то сегодня вечером холодновато. Да. Красота. Сэмпай, у меня такое чувство, будто это свидание. Эй, ты чего в краску-то загоняешь? Сэмпай, вы что-то подобное чувствовали раньше? С чего бы? Такие они чувства. Тогда ладно, когда вы тогда взглянули на меня, у вас было подобное выражение лица. Ностальгия. Вы же уже знали меня, верно? Нас что-то уже связывало, ведь так? Что я такое? Что меня связывает с вами, сэмпай? Прошу, расскажите!
Это... Я могу извиниться за то, что хотела встретиться с вами. Извиниться за свою грубость. И хотела, чтобы это был последний наш с вами день. Последний день теплых чувств ко мне. Ты самое ценное, что есть у меня в жизни. И оставалась ей с первого дня встречи. Когда мы рядом, я готов преодолеть все на свете. И с другой стороны, это особая тяжелая ноша для нас двоих. Я не хочу, чтобы ты вновь страдала. Ты не должна страдать. Вот почему ты и я не можем быть вместе. Да, знаю я. Я уже... И совсем не то. Странно, да? Курияма, мне очень трудно дается, но я стараюсь и даже смогу совершить подобное. Остановись! Я странная, верно? Не похожа на других. Поэтому я и не могу быть с вами. Ответьте! Прошу вас! Прошу, ответьте! Что это? Кто я такая? Если вы мне не отвечаете, тогда я могу... Я могу сдаться! Нет! Если поступишь так, счастье покинет тебя. А я хочу... Хочу для тебя его! Счастье... Я счастлива! Счастлива, находясь в неведении! Не зная, кто я есть на самом деле. И это счастье! Ты все еще не понимаешь? Что? Неужели духи войны предсказали это, прежде чем их убили? Позволь объяснить. Дочь проклятой крови. Проклятой? Позволь показать тебе твою судьбу. Остановись! Yeah!
Иди! Курияма! Курияма! Сэмпай! Быстрее! Уходи! Но вы... Кровь. Изуми. Позволь объяснить, кто ты. Дочь проклятой крови. И что? От тебя ждут. Сестренка. Что ты? Назад, Акей! Хироми. Сестренка Изуми. Больше не сбежать. Неважно куда. Эта способность определит твое местонахождение. Исчезла? Нет. Сбежала. Курияма, можешь идти домой. Завтра мы можем все обсудить. Хорошо. Идти за ней? Да. Эй, отстань! Скажи, что значит счастье, Хироми? Каждый это решает для себя. Поэтому я затрудняюсь ответить на вопрос. Но... если ты будешь пытаться обмануть себя, нежели прислушиваться к своим чувствам, никогда не узнаешь об истинном счастье.
Тот самый... Если собираешься играть в бейсбол, то придется войти. Правильное настроение. Угадай, кто? Не нравятся мне люди, которые шуток не понимают. Это тебе уже необычная шутка. Переодевайся давай. Ну, не вышло. Боже правый. И чего тебе надо-то? Кажется, многое, что случилось. И вот я и решила узнать, что происходит. Ты слегка опоздала. Я знаю. Извини. Не могу поверить, что с Изуми такое случилось. Я думала, что она сильная девушка, способная выдержать все, что угодно. Почему же? Я думаю, это из-за того, что она была одна. Изуми была совсем одна. Она не могла ничего рассказать ни Хироми, ни Мицуки. Ага. Кажется, ты прав. Мы с Хироми что-нибудь придумаем. Так что, ты должен лишь... Чего это ты решила себя как мама вести? Акун! Кушай, кушай! Да сколько можно? Приятного аппетита. Холодный. А, извини, пойду разогрею. Нет. Сам схожу. Я должен... Реакция все сильнее. Она все ближе. Я не думала, что ты используешь подобные заклинания на своей сестре. И все же, я чую на ней еще немало заклятий. С теми, кто противостоит семье Наса, разговор короткий. Противостоит семье Наса, да? Но не учитывая нынешние обстоятельства, если продолжить позволять такому продолжаться, имя семьи Наса будет осквернено еще больше. Два старших ее члена пытаются убить друг друга еще чуть-чуть, и случится кровавая баня. Тебе нужно как можно быстрее со всем этим покончить, я знаю. Ладно, я иду с тобой. У нас же контракт как-никак. Тем более, я уже с ней сражалась.
Как неприятно. Как странно такое говорить. Как неприятно. 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 Нет. Неприятно. Почему я плачу? Глупые. Кто там? Это я, Акихита. Сэмпай. Извини, я тебя напугал. Чего тебе? Ну, у меня есть одна пара очков, и я хочу, чтобы ты их примерила. Иди домой, пожалуйста. Извини, я лишь пошутил. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Мы можем на улице поговорить? Конечно. Подожди минутку тогда. Да. Алло, это я, Канбара. Если ты не против, мы можем прямо сейчас встретиться. Я много думал, и, ну, в общем, можем встретиться. Да, но зачем ты мне позвонил? Ну, как-то не хотелось без приглашения у тебя дома появляться. У меня? Курияма! Что там, Курияма? Курияма! Этот голос, там еще кто-то есть. Курияма! Ты в порядке, Курияма? Алло! Я вхожу. Извини за вторжение. Алло! Алло, Курияма! Черт! Кто ты? Ай, как больно, да? Неужели ты обо мне забыла? Что это было? Аж холодок по спине пробегает, да? Позвольте мне проникнуть в твое сердце, мои воспоминания. А ты быстро понимаешь. Кажется, твою душу довольно неплохо разъедает. Эти насекомые заражают человека, а затем начинают поднимать наружу всю тьму его души. И чем больше этой тьмы, тем сильнее они становятся, и тем сильнее человек падает в бездну тьмы. А дальше этот человек потеряет даже осознание собственного «я». А теперь, позвольте мне показать тебе, какая судьба ждет клан проклятой крови. Монстр! Умри! Сдохни! Это... за гранью. А этот человек... это тот, кого я... Сэмпай, это тот... кого я должна... убить!
Именно. Ты принадлежишь клану проклятой крови. Ты должна убить того, кто находится за гранью. Канбару Акихита! От этого тебе не сбежать. Вам судьбой преднаписана битва не на жизнь, а на смерть. Нет. Ты это говоришь, но... Как тебе такое? Пусть будет проклят мир вокруг. Прокляни себя! Давай, не сдерживай себя! Развяжи себе руки! Курияма! Курияма! Это... Чёрт! Курияма! Ты! Ты моя! Что это такое? Это дело рук Изуми. Нет, не думаю, что она способна на такое. Кажется, здесь в игре не только мы с ней. Может, ее сообщник? Или же человек, стоящий за всем этим? Фуджима Мироку. Не хотелось бы этого, но, увы, это вполне возможно. Курияма! Мицуки! Назад! Черт! Сдерживать себя и позволить всему зайти так далеко! Мог хотя бы мне рассказать! Беги! Мне не удержать! Вы в порядке? Это не дело рук Изуми. За этим стоит кто-то другой. Если хочешь помочь Мирай, нужно его найти. Но как? Положитесь на меня. Вперед! Мы близко. Неужели ты и правда решил через это пройти? Если есть кто-то, стоящий за всем этим, то не стоит ли за ним идти?
Действовать на эмоциях не похоже на тебя. Я согласен. Но несмотря ни на что, я должен сначала уладить все с сестрой. Интересно, ты делаешь это из-за целеустремленности или упертости? Я делаю это, потому что я ее брат. Вот как. Что это? Аяка! Иди к Канбаре и остальным. Важнее всего не твоя вражда, сестра, а защита этого города. И тем более... Ты бы все равно не смог ее убить, ведь так? Заранее извиняюсь, что не буду сдерживаться. Ну ладно, приступим. Это где-то здесь. Эй, не убегай! Что это за место? Не нравится мне здесь. Вон там! Кажется, мы наконец нашли того, кто стоял за всем этим. Пожаловал! Хироми! Мицки! Или же Канбара Акихита! Очень жаль, что я и не узнаю. Как видите, меня больше с вами нет. Наконец-то моя цель достигнута! Давным-давно, когда я впервые вживил Йому в Изуми, я вживил такого же еще и в себя. Я сделал это, чтобы мог вселиться в ее тело, когда придет время. А затем... Она сама лично пригласила меня в свое тело. И, наконец... Больше... Я не одинок. Я ненавижу всех, кто меня бросил, не хотел меня принимать. Я подумал, что просто могу создать мир, в котором буду лишь я и Изуми. И для этого я использовал Йому. Эти Йомы вытягивают из глубин сердца тьму, от которой человек бежит. Превращая ее в иллюзию, которая затем их преследует. Эти страхи и беспокойство заставляют их верить, что за ними гонятся и нападают эти самые иллюзии. И все, кто здесь есть, поглощены этой тьмой. Что скажете? Вам не кажется, что они выглядят счастливыми? Это всего лишь твое раздутое эго! Черт! И что мне сделать с тем, кто уже мертв? Счастлива? Я счастлива? Я странная. Разве нет? Я необычный человек, верно? Вы двое, найдите Хироми. Курьяме нужен я.
Я найду Курияму и уведу ее. А вы найдите Хироми. Акихита, что случилось? Ах да, забыл предупредить. У этого Йомы есть особенность. Они вселяются в тех, кто на них смотрит. И после того, как вы их увидели, тьма понемногу заполнит все вокруг. Смотрите, как тьма поглощает воинов духов и создает совсем новый мир с этим Йому. Курияма! Убийство за... гранью. Мы были рождены только для этой цели. Не забывай об этом. Мне так жаль. Если бы я была сильнее. Если бы я... Это не так. Ты прекрасна по-своему. Ты не слаба. Братик! Аки! Аяка! Изуми! Сестра! Хироми, оставляю Изуми тебе. Я займусь Куриямой. Сила? Да. Представь, что ты смогла получить силу Йому. Ты всех сможешь защитить. Должен сказать, ты прекрасна. Сестра!
Я долго гонялся за тобой. Нет, все это время. Но я ошибался. Мы ошибались. Мы должны были показать друг другу нашу тьму и боль. Мы должны были быть вместе. Я хочу покончить с этим. Акихито, если не ты ее спасешь, то кто тогда? Акихито! Почему? Сейчас! Я знал! Это кольцо! Мицуки! Клетка! Уничтожь ее! Но! Разбей! Пожалуйста! Курияма. Я не умру. Потому что я... Убийство за гранью. Это единственная надежда нашего клана на искупление. Я внутри Куриямы. Портал? Да. Наша ненависть открыла портал, который связывает наш мир с миром Йому. Давным-давно мы открыли его за гранью. Монстр! Умри! Сдохни! Почему?
Зачем вы это делаете? Мы ничего плохого не сделали! Так почему? Курияма. Это все из-за меня. Потому что я... Нет, это не так. Потому что я монстр. Меня не должно было быть. Ошибаешься. В чем я ошибаюсь? Как ты можешь так говорить? Я из клана проклятой крови. Вот почему... Вот почему я и все остальные... Ошибаешься! Прочь от меня! Курияма, не надо! Не оставляй меня! Мне не важно, кто ты и какое у тебя прошлое. Не ври мне! Я не такая, как все. Я... лишь огорчаю тебя. Я не живу, потому что не могу умереть. Потому что ты здесь. У меня есть причина жить. Потому что я люблю тебя. Неважно, что случится теперь. Я защищу тебя. Обещаю. Прости, Мирай, но благодаря тому, что ты была со мной, каждый день был ярким. Благодаря тебе, моя жизнь зажглась по-новому. Зажглась. Именно. Ярко-ярко. Мирай! Спасибо. Мне так жаль. Пойдем. Теперь все. Акун. Как там дела? Все еще без сознания. Как-никак, ей сильно досталось. Не волнуйся. Она к нам вернется. Йому или воин дух. В конце это не играет роли.
И не важно, кто ты. Важно то, как мы близки к тем, кому мы по правде нужны. Вот что я поняла, наблюдая за вами. Ты. Я наблюдала за этой девочкой долгое время, будучи хранителем врат между этими мирами. То есть, если я вам так скажу, вы мне поверите? Он появится вновь. Возможно. Но не волнуйся. Пока наша любовь сильнее ненависти внутри нас, мы можем ее сдерживать. Когда умру... Когда я умру, используй мое тело, чтобы создать кольцо. Я защищу всех. Всех. Кто дорог этой девочке? Ясно. Обещаю. Сэмпай, ты не можешь умереть, сэмпай. Да, как-то так. Как неприятно. А говорить, как неприятно, было моей привычкой. Да. Курияма. Сэмпай. Ты... Прости... Вместе. Ты останешься. Останешься со мной навсегда. Доброе утро. Доброе. Сэмпай! Я люблю тебя. И я тебя. И я люблю Курияму, которая не носит очки. Точно. Тебе они ведь больше не нужны? Нет. Тебе они ведь больше не нужны? Нет. И, конечно же, я взял много с собой. Как неприятно! Я буду здесь.